вы поживать тут? О, привет, Стар. Йоу, детка, ваша аура сегодня великолепна. Что ты сказала? Твоя аура, детка. Эти метафизические лучи. Метафизические что? Жизненные силы, дружище. Чего? Вечные вибрации. Живительные силы Вселенной, которые витают вокруг ваших тел в виде органических энергий. Чего-чего? Твоя аура, бро. Жизненный цикл и его бесконечное вращение контактируют с твоими нервными переплетениями, дружище. Что ты несешь? Забудь об этом, детка. Даже с манерой Бистбоя я не смогла общаться так, чтобы было понятно. Неужели я останусь навечно недопонятой? Стар, твоя манера говорить уникальна. Не стыдись. Не-не-не, стойте. Рейвен хочет сказать, что ты еще не нашла правильные губы. Поэтому мы сыграем в бутылочку еще раз. Ты так замерзнешь. Я в норме. Глупости. Вот. Наденьте мой пиджак. Но нам не холодно. Что, замерзла, детка? Вот, возьми мой пиджак. Не нужны нам пиджаки. Вот, возьми другой. И у меня есть еще один. Отстаньте от нас. А вот из фланельки. А этот не продувает, бери. Гороховый. Кожаная куртка. Дождевичок. Блейд. Хватит. Почему вы так себя ведете? Наверное, они заражены червями, которые едят мозг и вызывают поведение огромной странности. Это так? У вас червяки, из-за которых странное поведение? Что вы, у нас нет никаких червяков, миледи. Это странное поведение называется... Рыцарство! Рыцарства больше нет. Рыцарство никогда не умрет, потому что джентльмены никогда не выйдут из моды. Джинкс, наша подружка-злодейка, вернулась? Да не та, Джинкс! Мы играли в Джинкс. Но знаешь, игра, в которой если двое сказали что-то одновременно, один крикнет «Джинкс!» Джинкс! Джинкс! Тогда нужна еще одна игра в бутылочку! Ага, а что с твоим лицом, Робин? Упал на кактус. К счастью, губы меня защитили. Стар, поцелуи не помогают. Лучше быть собой и непонятой, чем измениться ради того, чтобы быть как кто-то. Ты не права, подруга Рейвен. Я должна продолжать целоваться, пока не найду того, кто дарует мне ясность речи. Видеозвонок. Здравствуйте, леди. Простите, что мы задержались. У нас здесь все еще дела. Нас взяли в плен, йоу! Но не тревожьте свои красивые головки. Мы сейчас прорвемся и будем дома к ужину. Джентльмены уходят! Конец звонка. А в рыцарстве бывает, что мальчика взяли быстро в плен, и леди их спасают от злодеев? Похоже, что да. Ты не волнуйся, у меня есть план. Что это с ней такое? Все очень плохо. С каждым новым голосом и новой впитанной личностью, личность самой Старой исчезает. Если так будет продолжаться, мы потеряем Стар навечно. Этого нельзя допустить! Титаны, вперед! Робин, не дай себя поцеловать! Ты навсегда сотрешь ее личность! Не дать себя поцеловать. Нам нельзя целоваться, Стар! И не только потому, что у нас с кактусом все серьезно. Да, я еду в эти выходные в пустыню знакомиться с ее родней. Я не могу поцеловать тебя, потому что ты нам нравишься такой, какая ты есть. Пусть мы иногда друг друга не понимаем. Такое случается в отношениях. Прошу тебя, прошу, не меняйся. Будь собой. Мы любим тебя. Привет! Привет! Привет!
рад, что ты вернулась. Надо же, в этом плане есть столько шарма! Но нас же только двое! Нам нужна команда! У меня есть кое-кто на примете. Пойдем. Операция по спасению чуваков. Ну что, девочки, за дело, вперед! Начинаем операцию «Спасем чуваков». Стойте! Или можно постоять здесь, чтобы устроить интригу? Девочки, как вы считаете? Может, проголосуем? Я не знаю, есть ли в этом вообще смысл. Тогда вперед! Девочки веселятся. Сделаем паузу вот здесь, для интриги. Продолжим. Новое голосовое сообщение. Титаны! О, привет, Кики! Привет, детка! Это у тебя коллекция голосов? Ага, мое хобби. Ой, тут я, тут! Слушай, йоу, мой друг Робин хочет вернуть свой голос. Он нарушил правила и знал, что будут последствия. Да ладно тебе, помоги мальчишке. Держи карман шире. Ух ты, едва не шлепнулась, бро. О, я сматываю удочки. Пока. А что же теперь делать, бро? Что ты пытаешься сказать? О, потерял власть над командой. Жаль, что ты научил их подчиняться только крикам и насилию. Ладно, мы все поняли. Уже бежим, сделано, бро! Извини. Эй, что делаешь в пятницу вечером? Может, устроим девичник часов 5? Ну ладно, ладно. Пусть забирает свой голос. Голос! Вернулся голос! Голос! Ты немножко сиду! Nós vamos ter a nossa própria saída de rapazes! Vocês são raparigas! Então vamos ter uma saída de rapazes para raparigas! Uma saída de raparigas? Exatamente! Vamos! Sim! E vocês não são suficientemente loucos para virem! Percebem? Ok, pode ser! Como queiras! Cavalheiros, vamos. O que é uma saída de rapazes? Bom, é o costume. Piadas fleiras, comer, arrotar. Coisas de rapazes. Muito bem, adeus. Eu também sei fazer piadas fleiras e emitir elementos gasosos. Eles às vezes gostam de estar sós, sem raparigas por perto. Nós não temos rituais ligados a géneros no meu planeta. Diz-me, o que fazem as raparigas na saída de raparigas? Bom, eu nunca fui a uma, mas imagino que seja uma coisa terrível. Então temos de fazer os rituais de aproximação das fêmeas. Ok, sabes, é que eu ia ver um filme hoje. Sozinha. Tu também achas que eu não sou suficientemente louca para fazer atividades específicas do teu género, não é? Ou achas? Ok, mas não esperes que eu vá ser louca. Não te preocupes, sei exatamente quem é que vai trazer a loucura em quantidade adequada. Nós vamos ter a saída das raparigas! Давай, Джинкс, твой выход. Нужны твои способности, чтобы сломать систему охраны. Ах, наконец-то я повеселюсь! Класс. Здесь же никого нет! Я не понимаю. Они должны были быть здесь.
Да, они должны были быть здесь. К счастью, меня предупредили о вашем появлении. Что? Как это предупредили? О, Терра! Просто пили! Наконец-то я отомстила! Все было так очевидно, а вы не поняли! Сколько надо зловеще потирать руки, чтобы вы поняли, что я что-то задумала! Мы подумали, что у тебя руки замерзли. Я даже связала тебе варежки. Я люблю камни. Мило, но мои руки зло, они не мерзнут. Я злая, да. Гений, ты тоже в ловушке. Ну да, и что с того? Здесь намного лучше, чем в помойной яме. И не надейся, что мы здесь останемся. Oh, não! As filas enormes vão impedir de nos divertirmos! Bem, podemos sempre voltar para casa. Tu és mesmo uma chata. Estão a dar gatinhos no parque de estacionamento! Gatinhos? Vejam, as filas acabaram. Uau, tu sabes mesmo divertir-te. É verdade, sabe mesmo. Eu quero andar nos carros que vão uns contra os outros. Os rapazes tinham razão quando disseram que eu não tinha suficiente loucura. Só precisas de alguma orientação. Se me soltares, eu posso ajudar-te. Pois claro, nós nunca na vida te vamos soltar dessas. Estás livre, mas não te esqueças do aviso acerca das partículas. Pois, raios dos olhos, percebi. Agora, a caminho da loucura. Sigam-me. Hora dos tacos. Спасибо тебе, Рейвен. Здорово повеселились. Я не обещала, что будет весело. Но ты на это явно намекала. А мне здесь весело. Ой, молчи, принцесса. Эй, не смей с ней так разговаривать. Мне не нравится, что тебе не нравится, как я говорю. Ах, как вы меня раздражаете. Вот поэтому я вас и подставила. Один из вопросов, подожди. Эй, почему мы ссоримся? Потому что ненавидим друг друга. Но тогда я бы не собрала нас всех вместе. Ты собрала нас вместе, чтобы спасти друзей! Подумаешь, пускай посидят там пару лет. Они иногда так раздражают. Они могут очень сильно раздражать. Раздражение — это сила! Правда в том, что парни нас задвинули, и я решила потусоваться с прикольными девчонками. Значит, я прикольная? Да, если не считать склонность к мести. Знаешь, я могу и не мстить. Пока что. Ой-ой, персик в сливках. Подумайте, как отсюда выбраться. Нашей силы не хватит по отдельности, но если работать вместе... Работать вместе? Мы что, сейчас в школе? Рейвен права. Если применим наши силы вместе, мы перегрузим систему охраны. Но как мы должны работать вместе? А вот как! Вот! Тогда начнем. Вот что я имела в виду. И вamos ser presas. Será que podes tentar divertir-te? Será que podemos encostar? Nem penses, miúda! Ya! Nem penses, miúda! Foi a primeira vez que andei no edifício. Reformatório. O que foi? Estava a pensar na tua cara quando os polícias começaram a perseguir-nos. Sim, isso foi mesmo... Incrivelmente louco? Sim, foi mesmo.
E lembram-se de quando andámos no edifício que demolimos como se fosse uma prancha de surf? Nessa altura ficaste mais louca do que eu, Starfire. Que noite divertida. Foi de certeza a mais divertida desde que fui presa. Então quem é que disse que a diversão não pode continuar?